Там чем было дерево вообще-то и произошел пожар в двухкомнатной квартире на первом этаже по адресу 23-й гвардейской дивизии, дом 7, квартира 3. В результате пожара повреждена комната размерами 5 на 3 метра, балкон вышеуказанной квартиры и квартиры, расположенные на втором этаже. Причина пожара устанавливается, но очаг пожара находится на балконе первого этажа. Пострадавших, гибели нет. На пожаре работало 4 отделения основной пожарной техники. А в горящей квартире кто-нибудь находился на пожаре? В горящей квартире на момент пожара находилась женщина и ребенок 7 лет. Эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений. Через дверь? Через окно.